Давайте трусы сожжем. Ленка, ну ты чё? Это я тебе подарила. Нет! Там бабки за хату, дура! У меня уговор. Я тебе дам денег, и мы поедем на мою семейную дачу в Карелии. Мы работаем в команде. А Смакол достает деньги из сумки Марии Ивановны, которые приготовлены для инкассаторов. СНБУ врубает пожарную сигнализацию. А Кыльгуль поджигает старые тряпки в ведре. Слышь, скрипит. Кто скрипит? Ну не я же. Диван. Прикинь, с актрисой познакомился вчера. Ее не Маша зовут случайно? Нет, Таня. Продолжай. Зря мы тогда с тобой. Это, ну, последний раз. Блин. Мать нам квартиру отдаст в цементниках. Сама к тетке в черемушке поедет. Там хоть не так грабят. А в цементниках что? На 20 человек 15 онкобольных. Ты думаешь, ты кто? Ты царь? Ты бог? Ты муж? Да нет, не женаты мы. По женской части она абсолютно здорова. Если, конечно, женщина может быть абсолютно здорова. Ты же художник, как Тарковский, Никас Сафронов, Павленский. Сними то, что всегда мечтал. Каннский фестиваль нам будет обеспечен. Ты должен написать актуальную, спортивную, геополитическую драму. Снимем настоящий артхаус. Драму. Триллер. С элементами сай-фай. Родина, аль жива смородина. Вы ли это тяга почему-то горькая? Там еще музыка будет другая и графика.